поехали. Поделитесь, пожалуйста, с нами впечатлениями о том, что вы увидели, как вас встретили, как вам Смоленск. Нам очень понравился Смоленск, то, как нас встретили. Даже сегодня я разместил в соцсетях фотографию в вывеске «Смоленск железнодорожный в утреннем тумане». Очень красивая фотография, прямо как будто специально постановочная и со спецэффектом сделана. Это реальный туман. Вот, очень красивая природа, чистый воздух, доброжелательные, радушные хозяева, которые нас встретили. Ну и сейчас самая яркая часть программы – наше выступление, а потом фейерверк. Поэтому я думаю, что это во всех смыслах впечатление самое яркое, которое сегодня должно быть. Поэтому я думаю, что вот это самая важная часть, и эта часть будет определяющей по поводу того, что мы можем... Тогда вот после этого выступления мы сможем уже сказать определенно, удалось, не удалось, понравилось, не понравилось. Для нас важно, чтобы понравилось слушателям. Это является для нас самым важным критерием того, что сегодня произойдет. Это Петр, наш гитарист. Здравствуйте, ребята. Очень приятный город Смоленск. Очень приятная атмосфера. Я думаю, что это гениальные люди все. Красивые, вообще позитивные. Правильно, Жень? Правильно. Такие же, как и мы. Может, расскажете, как вы попали на этот фестиваль? Я, честно говоря, знаю, что уже давно велись переговоры. Это один из... В наступившем году это было чуть ли не одно из первых самых предложений. И настолько давно уже просто мы начали по этому поводу общаться, что я уже забыл, что явилось ключевым моментом, как это произошло. Но надо отдать должное, что очень часто люди заранее звонят, договариваются, и не всегда все сдерживают свои обещания. А в данном случае у нас, по-моему, все договоренности и все, что, как говорится, мы обговорили в самом начале, еще задолго до сегодняшнего приезда, все состоялось. И это еще один такой момент положительный, который хочется отметить в плане организации. То есть люди, те люди, которые для вас организовали этот праздник, они большие молодцы и ответственные люди. Поэтому мне кажется, что это очень хорошо, что в вашем городе такие люди есть. И можно только позавидовать и пожелать, чтобы в других городах нашей Родины необъятной тоже так было, так нас встречали. Это Степан Токарев, наш клавишник. Сегодня самый, да. Гитармен. Ну, так, как хотел сказать. Будьте счастливы, ребята. В общем, человек с самым героическим обликом. И вот еще один. Так мы по очереди. Это самый лучший басист нашей группы. Кроме него на бас-гитаре никто так не сыграет. Вот поэтому он с нами, он сегодня здесь. Вот. Как видите, у всех хорошее настроение, всем нравится город. Может, чуть-чуть расскажете о программе, которую вы привезли для Смолян? Конечно, вот это еще один участник коллектива. Это Алексей, наш барабанщик. Вот. Программа у нас состоит из как старых хитов, испытанных, проверенных, которые люди ждут. Это «Элис», «Желтые глаза», ну, в общем, те песни, которые мы поем больше... Ну, группе в этом году 18 лет. Вот те песни, которые мы поем со дня основания. Но сегодня будут песни новые. Одна из песен называется «Новый день». Она сейчас очень долго удерживает лидирующие строчки в хит-параде нашего радио. Уже с марта месяца мы то поднимаемся на первое, то чуть опускаемся. Сейчас опять мы поднялись после пятого места на второе. В общем, люди не отпускают эту песню, любят эту песню, мы сегодня представим. И сегодня, кстати говоря, будет дебют и премьера песни. Будет первый публичный показ песни, которую мы еще нигде никогда не пели. Песня называется «Слово без ответа». На саундчеке мы ее прогнали и решили, что... Мы ее только начали, в принципе, репетировать, но решили сегодня сыграть ее. Так что для тех, кто сегодня пришел, представится довольно-таки уникальная, эксклюзивная возможность услышать исполнение новой песни, которую практически никто еще не слышал. Может, вы первые. Может, поете нам чуть-чуть? Да мурлыкаете? Я сегодня спою со сцены. Потому что сейчас сопровождение, я думаю, что
будет странно звучать, лучше с сопровождением коллектива спеть. Скажите, пожалуйста, может быть, слышали что-то о фестивале? Видите, город Смоленск очень радушен и встречает героев рок-н-ролла с хлебом соли после боя.